Всем привет, я Леша, сильные новости, рубрика «Короче». Давно не виделись, погнали. Помните, как в апреле солдат угнал грузовик с полигона и сбежал? Тогда поговаривали, что поступил он так из-за девушки. Он проехал на грузовике 400 километров и бросил его. Обратился к местной жительнице с просьбой поесть. Она и сообщила о парне в милицию. Его задержали. Судить его начнут 6 октября. Его обвиняют сразу по 5 статьям Уголовного кодекса. Вот это мотивация. Студент-медик оплачивает учебу из копилки. 3 года назад он стал учиться в Гомельском меде. Тогда стоимость обучения составляла примерно 2500 рублей за семестр. Тогда мама, чтобы насобирать деньги, взяла обычную копилку. Для этого она использовала обыкновенную банку, которую даже закатала. Чтобы не было соблазна воспользоваться деньгами не по назначению. Банку наполнили всего за год, а денег хватило на оплату целого семестра 2-го курса. Когда руки из того места под Гомелем, 17-летний парень своими руками собрал мини-трактор. С детства он увлекался механикой и постоянно совершенствовал свое мастерство. Карманные деньги он тратил не на развлечения, а на покупку инструментов и деталей. Одну из своих машин он смастерил специально для приусадебного участка своих родителей.